سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل. Можно ли участвовать совместно с родителями на мавлидах? Касаемо хоть с родителями, хоть без родителей, на мавлидах участвовать можно. Нововведение появилось еще во время сподвижников. Когда иностранцы стали принимать ислам, они посмотрели в Коран и Сунну и начали делать выводы, ссылаясь на свой разум, и стали поступать вопреки приказу Аллаха, с хорошими намерениями. Привел Ибн Абу Шайба от Абдуллаха Ибн Масуда, что он зашел в мечеть и увидел людей, сидящих кружками. В середине был человек, а у них в руках были камни, и он говорил им: «Скажите 100 раз, Субханаллах, ля илаха илаллах, Аллаху Акбар». Тогда Абдуллах ибн Масуд сказал им: «Считайте свои грехи, я ручаюсь, что ваши благие деяния не будут утеряны». Они сказали: «О отец Абдурахмана, мы хотели лишь блага». Он ответил: «Сколько же тех, которые хотели блага, не нашли его? Горе вам! О ума Мухаммада! Его одежда не успела сгнить, посуда, из которой он, алейхи саляту вассалям, кушал, не сломалась. Его сподвижники в изобилии среди вас. Спросите их, что пророк, алейхи саляту вассалям, делал. Клянусь Аллахом, либо вы в более правильной религии, чем в которой был Мухаммад, либо вы открываете дверь к заблуждению». Они сказали: «О отец Абдурахмана, мы хотели лишь блага». Он ответил: «Сколько же тех, которые хотели блага, не нашли его? То, что у тебя есть намерение и что ты хочешь, это не значит, что ты прав».